Я не пророк в безлюдную пустыню, я не бегу от клеветы и зла. Разрушить храм, попрать мою святыню толпа при всем безумии не могла. Я не ищу у сильных сострадания, не дорожу участием друзей, я не боюсь разлуки и изгнания, предсмертных мук, темницы и цепей. Везде, для всех я песнь свою слагаю, везде разврат открыто я корю, и грудью грудь насилие встречаю, и смело всем о правде говорю. На что, друзья, когда все люди братья? Причем враги, когда во мне проклятие? Для злобы их и ненависти нет. В тюрьме ясней мне чудится свобода, звучнее песни с брецанием цепей. В изгнании я дороже для народа, милее смерть в безмолвии цепей, степей. Причем толпа, ничтожная рабыня, пустых страстей дерзает пусть на все. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная отечество мое. Друзья мои, аплодисменты, аплодисменты Костахе Тагуру в исполнении Анастасии.